зреет новый урожай. Но уборка бывает затруднена, если от ветров и дождей пшеница полегла. А вот рядом мы видим пшеницу, которой ветры и дожди не страшны. Это новый сорт озимой пшеницы «Безостая-4». На опытных полях Краснодарской селекционной станции эту пшеницу вывел действительный член Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина Павел Пантелеймонович Лукьяненко. Взгляните на эту пшеницу. Ростом она ниже обычных сортов, но по урожайности гораздо выше. Ее волос крупнее, стебель значительно толще и крепче. Новой пшеницей на Кубани засеяно уже несколько тысяч гектаров.